Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. Забираем свои ежедневные награды. 65 долларов, маловато будет, но ладно. Открываем колоду. И выпадет нам здесь кто? Никто. 5 долларов нам дадут, и все. Сказали, спасибо, Рэй, гуляй дальше. Так, наградочку. Пройти серию испытаний. Начнем с нее, быренько пробежимся. Буквально шеминтом. Выбираем нашу элитную команду. Сегодня будет у нас испытание Девичья сила, друзья мои. Арена, как всегда. Ну и посмотрим, что еще можно будет замутить. Если, конечно, у нас будет на это время. Так, неужели Майки не смог добить этого бота? А ну-ка, шмяк, и все. Так, давай вот это вот уже уничтожим. И у нас Рокстеди. Нам бы, конечно, не помешало бы здоровье восполнить, потому что, например, у Саги, как ты видишь, ну и теперь у Рокстеди тоже немножечко не хватает до фулочки. Так, а здесь у нас противнички. Змейка Вьюн, Крысиный Король, ну и, конечно же, Джастин. Так, давай-ка... А, хотел массовую атаку сделать. Не получится. Тогда мы, наверное, уничтожим Джастина. В плане. Я сказал уничтожить. Уклонение, наверное, все-таки я сделаю. Можно было хильнуться, но Крысиный Король наверняка будет применять массовую атаку. Сейчас посмотрим. Нет, пока он ничего не делает. Змейка Вьюна тогда мы попробуем все-таки добить. Да что ты будешь делать, Усаги, а? Почему так слабо бьешь? Крысиный Король получает плюшку. Так, теперь Майки. Давай двойную атаку. Все-таки я захиляюсь, друзья. Надо будет это сделать на всякий случай. Добьем короля. Так, кто-нибудь, да. Лео хиляет всех. Ну и консервные банки мы с тобой спокойненько и легенько разбираем. Давай-давай, добили. И вот эту вот тоже консервную баночку тоже нужно уничтожить. Майки, добьешь? Красавчик, отлично. Прошли мы это испытание, ребята. Так что забираем награду. Сейчас пойдем искать запчасти, дорожные знаки. Насколько вы помните, для того, чтобы прокачать нам у Донателло скиллы. Ну-ка. Ревард. Сразиться в боях. Кстати, сколько у нас с тобой телепортов? Мне бы вот это хотелось бы узнать. Так, измеритель. Ну что же, нам нужно 8 дорожных знаков вот этих найти. Начнем с карайки. Один есть. Давай второй. Отлично. И третий, пожалуйста. Какие послушные они сегодня у нас. Так, автомобильный номер. А я его назвал дорожным знаком. Да какая, в принципе, разница. Главное, что это знак. Нам начинает выпадать один мутаген. Нет, вот опять же выпало. Все хорошо. Еще разок. И у нас 99 телепортов. Так, по-моему, все, да? Давай-ка мы глянем, хватит нам этого или нет. Еще один. Так, карты какие-то нам японские выпадают. И вот он, автомобильный номер. Ну что, до 4-й ступени мы улучшаем. Это у нас пассивка. Так, а теперь-то что будем делать? Теперь забираем награды. Поднимаем уровень персонажа, и у нас все задания будут выполнены. 19 тысяч мутагена. Рахзара, наверное, мы с собой будем докачивать, да? До 80 уровня. И это будет топчик. Так, последние остатки роскоши. И быстренько с вами отправляемся на арену. Кстати, у нас здесь жетоны разыгрываются. Ну, я думаю, что я за кадром их набью. Хотя, подожди, у нас... У нас совсем чуть-чуть не хватает. Погоди-ка, погоди-ка секунду. Давай-ка мы кое-что с тобой глянем. Зайдем в магазин. И посмотрим. Так, здесь мы с тобой, наверное, прикупим, да? 5 ДНК на Донателло фильм. И посмотрим, что у нас по жетонам. Нам чего-то вроде бы... А, вот что. Нам нужно 610 жетонов для того, чтобы взять ДНК на Донателло видение. Слушай-ка, а мы, если пройдем это испытание, мы наберем достаточное количество или же нет? Давай протестим. Тут 40 нам, да, вначале дадут. А, мы навряд ли все пройдем испытание, потому что последнего Змейка Вьюна я не смогу победить. Но сколько получим, столько получим. Ну-ка, давай-ка. Первый удар, конечно же, на изи.
Это у нас получается 40 жетонов в копилку. Потом идет сколько? 60, по-моему, да? Это уже будет соточка. И потом, по-моему, 80, если я не ошибаюсь. Ну, давай-ка посмотрим. Да, здесь 60 и там 80. Слушай, ну неплохо, в принципе, мы с собой набьем сейчас. Потом можем, например, заняться фармом, да, кого-нибудь или чего-нибудь. И еще набить этих жетонов. Они, тем более, там выпадают очень часто. Так что, может быть, за эту серию мы с тобой поднимем по уровню Донателло Видения. Ну, по крайней мере, я лично очень хочу это сделать. Ну, как ты видишь, здесь победа. И третий бой, он будет немножко сложноватый, но последний практически не удастся мне пройти. Потому что, ну, персонажи слабые. Если бы Змейковьюн был бы у меня 80 уровня, да, и Армагон, то, скорее всего, у нас бы все получилось. Видишь, да, 545 жетонов плюс сюда еще 80, это получается 620, да, 620. А там нужно 600, о, да, по-моему, нам хватит сейчас. Там нужно 610. А ну-ка, давай-ка, зэк, вшпарь ему. Так, Армагон, бомби своим валуном. Так, Змейковьюн здесь бесполезен, он сейчас упадет у нас, скорее всего. Ну, тем не менее, все равно попробуем бросить. Во, меткость понизили. И блокировочку ему. Все, друзья мои, ну-ка давай посмотрим, сколько у нас сейчас будет в общем количестве жетонов. А отсюда уже будем с тобой двигаться дальше. Потому что третий, последний бой, четвертый точнее, я пройти не смогу, я уже много раз пробовал. 625. Идем быстренько с тобой в магазин, в предметы. Где? Вот жетоны. Да, друзья мои, да, именно то, что нужно. Покупаем, конечно же. Хе-хей, вот это круто. Но знаешь, что мне не хватит? По-моему, мутагена. Да, 5000, ну, в принципе, на арене мы сейчас с тобой это все дело набьем. И он у меня получит четвертую золотую звезду. Это шикарно, друзья мои, это очень круто. Ну что же, бежим быстренько с тобой на турнирную арену. Я в Лиге Самураев, 2 звезды, ранг 83. В принципе, ничего страшного здесь нету. Мы с тобой будем сейчас быстренько подниматься вверх. Берем с тобой Эйтара. У него кубков 14-18. И возьмем Лео. Я хочу просто побыстрее все это дело замутить. Возьмем Лео и будем отыгрывать 40-е уровни. У нас с тобой 9 откатов. Как ты видишь, то есть 9 боев я могу смело провести. Но я думаю, что будем мы брать все-таки не Лео, а, например, Бакстер Стокмана и Усаги. Ну, чтобы попроще, потому что здесь 100% будет победа. Мы с тобой сегодня должны... Я вчера хотел добраться до Лиги Самураев 3 звезды. Сегодня я уже хочу добраться до Сёгуна 3 звезды. Но вот не знаю, получится ли. Будем стараться. Сёгун, 3 звезды, ага. Губишки раскатил. За 2 серии ты захотел взлететь, Рэй. Но это нереально. Хотя, кто его знает. В нашем мире нет ничего невозможного. Так, берем с тобой, короче, сюда зэка и 43 уровень. Нет, даже можно не зэка взять, а паукуса. Вот так вот. Троечку эту возьмем. Блин, так слишком жирно получается. Слишком жирно. Возьму тогда зэка. Так уж и быть, возьмем зэка. И Шреддера сюда же, да? Зэка, Шреддера. И вот этих вот сороковничков. Я думаю, что здесь никто не пойдет. Главное, чтобы не просчитаться. Нужны все, ребята, персонажи, чтобы было как можно больше кубков. Так, посмотрим, на что тут способен зэк. Зэк способен на многое, ребята. Так, и, скорее всего, добиваем. Хотя Рафаэль, наверное, выживет. Нет, не выжил. Ну что, друзья мои, идеальная победа. Мы получаем все в полном объемчике и продвигаемся. Сегодня Самурай 3 звезды явно мы возьмем. Сёгун тоже будет. Вот только какая звездность, вот этого я не знаю. Так, и местечко у нас 41-е. Почему-то мало дали. Мало нам дали с тобой кубков. И выбираем по максималке. Максимальные кубки и минимальный уровень персонажа. Я имею в виду врага. Возьму сюда Армагона. Я думаю, что его более чем достаточно будет. И... раз, два, три, четыре, пять. Кстати, здесь 40-е уровни. 41, 41, да, у Ваньки Стиранка. Я думаю, никаких проблем не будет у Армагоши. Главное, чтобы он начал ходить первым. Если он зарядит хорошенько своим валуном, они, по идее, должны здесь все упасть. Давай посмотрим. Да, именно этого эффекта я и ждал. Причем заметь, что когда зэк бросал, он 80 уровня, свою бомбочку, он положил всего лишь двоих. Троих, да. Нам пришлось еще добивать. То есть, получается, Армагоша будет посильнее, да? Со своим суперударом.
Так, 17-я позиция. Мы уже рядышком, друзья мои, рядышком. Возле самураев трех звезд крутимся. И возьмем мы здесь, наверное, Гирираж. Обалдеть. Гирираж, возьмем сюда одну железную голову. Этого будет более чем достаточно. Тем более здесь уровни 44, а мы с тобой уже переходим на 40. Поэтому все должно быть легко. Их не должны так быстро уложить. Хотя Рафаэль слабоват будет. Ну, Крэнк и Железноголовый, я думаю, справится со своей задачей. Даже достаточно было одной железной головы. То есть сам прекрасно видел. Он выпустил ракеты. И почему я это все делаю, ребята? Потому что Леонардо мы с вами будем брать ближе к концу, когда уже пойдут персонажи где-то 60-70 уровня. Ну что же, я вас поздравляю. Мы уже в самураях, 94-я позиция. И нам нельзя сбрасывать темп. Темп ни в коем случае сбрасывать нельзя. Будем с вами врага колбасить, что есть силы. Взял Донателло, взял Караечку сюда. И вот этих вот трех черепашек. Два классики, да, там у нас идет, и один космос. Так, Бибопчик, Лео. Нам нужно желательно, ребята, с вами быстренько разобраться с Лео. Ух, неплохо, Караечка звезданула. Так, Майки, Космос, ты сможешь хоть кого-нибудь положить, а? Будь добр, ушатай кого-нибудь. Да ну, а ну-ка, Дони. Я тебя не зря прокачиваю. Да, у Дони все получилось. А вот почему-то у Майки Космос, как ты видишь, слабый был удар именно на массовой атаке. Но он и не прокачан, по-моему, первого уровня всего лишь. Так что, ребят, не обессудьте его и не ругайте слишком сильно. 73-я позиция, и мы с вами двигаемся дальше. У нас 9 откатов до сих пор. Враги не такие сильные, как мы видим. 46-й уровень здесь максимальный у противника. И мы можем с тобой взять... Единственное, что нужно брать массовиков. Конечно же, ребят, массовиков, потому что одиночными атаками мы вряд ли здесь справимся. Но в любом случае, мои даже эти слабые персонажи, которых я сейчас беру, они того же уровня, что и противник. Даже где-то немножко повыше будут. Ну что, паук начинает первым. Змейковюн, а ты как? Шикарненько. Остается Бибопчик. Бибоп делает иммунитет, который ему, честно говоря, не нужен абсолютно. И мы его добиваем. Ух, тихо, тихо, тихо. Почему-то Рафаэль не смог добить. Хм. Ладно, вот здесь можно было бы, ребят, просчитаться маленько, и мы могли бы получить. Потому что, вот рассчитываешь, да, уровень вроде бы 45-й, да? Но он даже не смог завалить слабенького Бибопчика. А разница всего в 2 уровня. И мы с тобой уже на 52-й позиции. Шикарно, я думаю, что да. Для 2 дней игры это очень классно. И берем с тобой мы здесь, вот, Факу. Берем Факу. Возьмем Бакстера Стокмана сюда для затравочки. И вот этих вот наших слабеньких маленьких персонажей. То есть достаточно будет Бакстеру выпустить либо волну, либо маузеров. И вся вот эта компашка должна, в принципе, упасть. Сейчас будем проверять. О, Майки, тихо, тихо, я не думал, что ты будешь первым ходить. А Лапекс даже ходит первым. Неужели у Бакстера такая слабая инициатива? Эй, тихо, я на это не подписывался. Ну... Да ну, хорош. А если так сделаем? Друзья мои, да, отлично. У Лео массовая атака хороша. В принципе, все Леонарды, я смотрю, в этой игре очень довольно сильные. Кого не возьми. Хоть Видение, хоть, я не знаю, Ролевого. Все довольно хороши. И мы с тобой перемещаемся на 31 место. То есть, получается, еще где-то боя 2. Да, нам нужно сделать. Мы будем уже в Сёгунах. Выбираем здесь с тобой Микаэлу. Возьмем, пожалуй, здесь Рокзар и Крис. Они не массовые атаки, ребят, поэтому их брать не хочу. Погоди-ка, что-то я тут разгулялся слишком сильно. У меня еще столько героев, которых нужно отыграть, а я уже практически всю имбу потратил. Ну, я имею в виду 60-х уровней. Так делать нельзя, если мы хотим с вами здесь нормально отыграть все это дело. Ну что, массовая атака от Змеи Карай. Замедляшка сработала только на двоих. Этот усиливает атаку своей команде. Так, ё-моё, дебаф на нас повесили. Вот это плохо. Это очень, друзья мои, плохо. Я, наверное, сделаю вот так вот. Постепенный отхил плюс защита. Нет, не надо. Главное здесь никого, чтобы не уложили. Шикарно. Нейтрализатор просто меня сегодня порадовал. Хорошо, бомбанул, все упали. То, что нужно. Ну что, либо сейчас переходим с тобой, либо не переходим. Другого варианта нету. И смотрим.
Нет, ребят, все-таки не перешли. Позиция у нас с тобой 10-я. То есть вот действительно сейчас нужно будет сделать, провести один последний заключительный бой для того, чтобы перейти в сёгуны. Ну, а сёгуны — это уже определенная там лига, да, где уже пойдут серьезные противники. Так, ну что, я добрался до полтинников. Плюс наши уровни 60-е — это Сплинтер, Шархан и Рокстеди. Немножко, конечно, боюсь, что кто-нибудь упадет, но будем стараться. Так, отлично, отлично сделал выстрел наш Шархан. Так, мы теперь должны с тобой, елки-палки, повышенная атака идет по Рафаэлю, может быть, плевком, если только. Ладно. Блин, я хотел массовую атаку сделать, да что ж такое-то? Вот, ребята, вот эта критичная ошибка может сейчас нам выйти боком. Понимаешь, кто у нас будет ходить первым? Сейчас Шреддер. Нам нужно его наказать. Получится? Нет, по-моему, муху мы потеряли с вами. Массовую атаку делает Шреддер и добивает муху мне. Да, ребята, вот это был просчет. Знаешь в чем? Потому что я Микеланджело поставил на одиночную атаку. Я хотел сделать массовую вот эту вот, но перепутал, понимаешь, в чем дело? Вот из-за этого мы и поплатились. Именно Бакстром мухой. Да, очень, конечно, грустно. Ну ладно, фиг с ним. Один боец проиграл. Это, так сказать, не критично. Все-таки хотелось бы, конечно, чтобы без потерь у нас все шло идеально. Но главное, мы с тобой переходим в сёгуны. И местечко у нас 96-е. До трех звезд в сёгуне вряд ли мы сегодня доберемся. Я уже это чувствую, потому что уже фейл. Настроение мое подорвано, блин. Давай, Усаги, выходи. Да, конечно же, блин, надо же так вот, а? Взять и Микеланджело сделать одиночную атаку вместо массовой. Господи, тупанул. Это непростительно. Поспешил, ё-моё, а. Ну, Усаги, ты-то как? Ну, Усаги здесь красавчик, тут и говорить не о чем. Все делает как нужно. Мои ребята эти добили всех. Ну и мы с тобой, естественно, проходим дальше. Проходим дальше, ну, в сёгун 2 звезды, наверное, мы все-таки залетим сегодня. Испытание, да, девичья сила, мы проходили с вами раньше на изи. Я думаю, что сегодня тоже будет на изи, но я хочу где-то до боя, до эпизода, наверное, 3-4, поиграть именно с женскими персонажами и немножечко показать или посмотреть самому даже, какие у них есть, ребята, суператаки. Хотя это я уже делал неоднократно. Ну что, берем сюда майки, хотя он тут и не нужен, в принципе. Берем вот этих ребят и... какую-то надо имбу взять. Какую-нибудь имбу. А какую? Давай Рокзарчика возьмем. Я думаю, что этого будет достаточно. Рокзар плюс майки. Плюс, не забывай, уклонение, ну, которое можно даже и не ставить. Хотя Леонардо все-таки надо. Потому что здесь есть Рокстеди с огнеметом. Массовая атака плюс Лео. Берем провокацию с тобой. Отлично, наши бойцы уже пробафаны, как ты видишь. Делаем еще при этом ускорение. Сейчас вообще будет имба. И погнали. Сделаем с тобой, наверное, еще. Давай-ка дебаф. А, это же ножички, дебаф — это совсем другую кнопку. Ладно, ничего страшного, здесь никто ничего нам не пробьет. Единственное, что у Рокзара может закончиться провокация. Плюс у нас еще. Эй, совсем забыл про массовые атаки, ребят. Но, как видите, никакого повреждения нам не нанесли, потому что у нас действует уклонение. Отлично, мутагеноид бомбанул. Рокзар добивает Донателло. Да-да-да-да-да, видишь, берет все-таки огнемет, но, слава богу, никого не поджег, и постепенный урон ни на ком не висит. Ну, давай так попробуем сделать. Mm-mm. Слабовато, конечно, вот эти персонажи у нас. Ну, не прокачаны, я ими не занимаюсь, потому что у меня есть кем заниматься, ты прекрасно это знаешь. Но здесь все-таки все ожидаемо. У Рокзара хватило выстоять против всех бойцов, да, провокацию. Мы ее разобрали буквально за сколько? За 2 хода. А у него 2 хода как раз она и держится. И мы с тобой перемещаемся на 53-ю позицию. Что мне может не радовать. Так, здесь берем с тобой Эдсона. Берем Эдсона. И у нас остается 1, 2, 3, 4. И здесь мы возьмем обратно Леонардо. Потому что Рафаэля брать не стоит, массовой атаки нету. Провокация, конечно, хорошо, но слабые уровни у моих персонажей. Так что Лео сейчас всех отправит на боковую. С одного должен удара, в принципе, это сделать. Да, как я и говорил, все отлично. Так, какая у нас там будет сейчас? 30-я, наверное, позиция, да? Получается, где-то еще бой другой, и мы уже будем
где нам нужно, да? Так, подожди-ка, 53-я, я что-то думал 35-я. 38-я, значит, сейчас позиция, так что выбираем с тобой факу. Опять факу здесь, кстати. И остается-то у нас совсем ничего. Знаешь, какая у меня есть идея? Да-да-да, ты правильно понял. Я хочу взять вот этих вот героев, чтобы нам полноценно с тобой здесь проиграть все это дело. Полноценно. То есть достаточно будет одного, естественно, удара от Леонардо, чтобы они здесь упали. Поэтому даже можно брать и еще ниже персонажей, которые там тоже хотят поиграть, которые хотят мне помочь в набивании кубков. Думаю, сейчас где-то будет позиция 15-я. И останется нам с тобой всего лишь один бой. О, 21-я, что-то не то. Что-то как-то пошло все не по плану. Ну что же, юниора берем, Лео возвращаем. И возьмем с тобой... Офигенный риск, потому что если Леонардо не потянет, да, не уничтожит всех, нас начнут тут разбирать. Так что риск осознанный на самом деле. И как ты видишь, я все-таки был прав, что Леонардо здесь справляется. Ну что, наверное, еще один бой с помощью Лео. Я имею в виду Лео и слабенькие персонажи. И будем уже отыгрывать, наверное, более серьезных. Так, второе место и поехали. Второе место здесь у нас по кубкам Андреа и Том. Возьму, наверное, я сюда Андреа. Откат на Лео. И 53-й, да, 56-й уровень здесь максимальный, я смотрю. Раз, два, три, четыре. Вот из-за этих ребят, которых я беру, да, слабеньких, у нас может упасть инициатива на команде. Поэтому они могут первыми ходить. Но, как видишь, нам здесь повезло. И опс, тихо. А вот это, друзья мои, опасно. Если он сейчас сделает, нет, не успеет. А он бы мог применить массовую атаку сюрикенами. И как минимум, наверное, 2-3 персонажа могли бы у меня упасть. Потому что разница в 20 уровней. А как мы помним, что эти бойцы прокачаны, ну, почти по фулке. Это как бы боты. Ну что, ребята, мы с вами в Сёгуне 2 звезды. Неплохо. И поехали. Так, выбираем здесь... Ну, давай возьму, наверное, Александра, Сашку. Возьмем Санька. Возьму здесь Рафаэля, возьму Криса. Возьму Тимми. Тимми, Тимати, как хочешь его называй. И вот таким вот образом. Но не стоит забывать, что здесь есть нейтрализатор, с которым может иметь массовую атаку. Кстати, и этот тоже хламон может сделать нам гадость. Поэтому начнем, пожалуй, с них. О, тихо, тихо, тихо. Кого бьет? Слабачка, конечно же, ребят. Беру провокацию. Беру провокацию, и сейчас мы должны, в принципе, раздавать люлей. Так, ну, майки уже минус. Дальше мы, наверное, сделаем вот так вот. Зачем? У нас же и так висел крит. Сглупил маленько. Так, делает. Оу, заблокировал, да? Так, давай, Эйприл тоже. Хоп. Нейтрализатор. Я так и думал, друзья мои, вот так и думал я, что все-таки, блин, ну ты видишь, да? Вот этого я боялся, массовой атаки именно гранатомета. Оно свое дело сделало, 30 уровней у нас упали. Паршиво, очень паршиво мы с тобой здесь сыграли, но вина здесь не моих героев, а именно моя. Потому что я рискнул, я осознанно рисковал, но немножко просчитался. Да, 77-е место. Ну, теперь уже будем отыгрывать по полной программе. Так, берем здесь, наверное, вот это вот, Давида. Берем с тобой Леонардо. Опять иду вставать на те же грабли. В плане. У меня... Неужели я сейчас всех персонажей отыграл? Удивительно даже как-то. Ну что, если сейчас Лео, не дай боже, конечно, здесь не уронит их всех. Ой, горе хапнем. Горе хапнем, друзья мои. Очень много. Но Лео, как всегда, на высоте. Слушай, и что у нас остается? Всего лишь один персонаж, это Бибоп 30 уровня, который в самом конце сидит у нас. Да, друзья мои, произошла небольшая накладочка. Меня отвлекли, пришлось надолго отлучиться. И я забыл включить запись, когда вернулся. Короче, объясняю, ребят, на лиге у нас все хорошо, мы прошли. Теперь у нас 9 сила, и это предпоследний бой. То есть я иду за ДНК на Шинигами.
Это хорошо, что я вообще успел глянуть, понимаешь? А так бы видосик пришлось просто запороть. Так, ну ладно. Девичью силу, ребята, вы прекрасно видели, как я прохожу. Это, можно сказать, даже так, просто лайтовая версия, да? Что я тут вытворяю? Всех ложу, всех роняю, причем с полтычка. Какой-то у нас был бой, какой поединок, какая волна, точнее. Третья, да? Мы переходим с тобой, здесь у нас стрелозады. То есть я в данный момент получил кого? Ну, Алапекс, которая мне нужна была, да, я ее всклопотал, да? То есть теперь мы зарабатываем с вами на шинигами. И последний бой у нас будет это за Кунаичи, за ДНК. Так что, ребятушки, вот так вот. Надо же вот забывать постоянно включать на запись. Ну, видишь, совсем запамятовал, потому что отлучался надолго, где-то на полтора часа. Ну что, ребятушки, сейчас мы их, наверное, вот так вот бомбанем хорошенечко, да? По-моему, сейчас здесь еще будет у нас босс. Давай, давай. Молодец, Усаги, красавчик. Надо нам с тобой бомбан... Почему я не могу переключиться? Тут никакой провокации нет. Я хочу... Странно, я не могу кунаичи, прикинь, я не мог ее выбрать, чтобы атаковать. Почему? В чем проблема? Не знаю. Так, ну что, девочка-робот, в которой сидит и управляет маленький засранец Крэнк. Такой еще свысока на нас смотрит, да, типа? Угу. Ну что, делаем с тобой, наверное, уклонение, дабы не повредили наших бойцов. И погнали. Заблокировать не получилось? Нет. Ну, этого и не надо, потому что все, хана. Довольно легкий боссик, да, для нашего уровня. А первый, второй, третий, четвертый эпизод, ребята, я проходил... командой девчонок, да, я брал самых прокачанных моих персонажей и бомбил. Но, как всегда, это все не записалось, потому что я забыл включить. Ну что, последний эпизод у нас 7-й. И мы с тобой приступаем. Мы с тобой приступаем, и я думаю, что здесь будет все легко. 5 волн, встречает стрелозады, дроны. Ну и, конечно же, получает от нас... Давай-ка вот так вот сделаем, да? Мы с тобой давно не бафались, поэтому хочется немножечко пробафаться. Тут еще контратака может повеситься, да? И она, в принципе, упала на Бакстера Стокмана, на Усаги и на Леонардо. Ну что ты, что ты, что ты? О, тебе крышка, парень. В курсе? Стрелозад, ты зря. Зря так сделал. Ты гневаешь моего Бакстера Стокмана, ты понимаешь? Нет? Отлично, переходим с тобой на вторую волну. Так, вот с этими хотелось бы как-то быстрее справиться, но у Майки нет массовой атаки, поэтому придется вот терпеть. Так, а вот теперь можно вполне зарядить. Я думаю, что Усаги, наверное, всех положит, а кого не добьет от постепенного урона отдупляться. Хотя вот этого вот надо добивать вручную. Изи, переходим с тобой на третью волну. Здесь училки, против них, конечно, хорошо было бы Леонардо вызвать, да, со своей вертушкой. Уклонение поставим, чтобы они не попадали. У них есть массовые атаки, я не хочу, ребят, чтобы они нас тут вообще трогали каким-либо образом. Да уже так разберем. Двойная атака, минус училка и вот эту. Ну, Майки, конечно же, не дотягивает по силе удара, поэтому училка выживает, массовая атака, получает ответочку. Еще одна массовая атака, еще ответочка. Получи и распишись, и добиваем. Переходим на четвертую волну. И здесь у нас Шинигами Карайка, Эйприл, Морзильная Кошка и Алапекс. Поэтому делаем с тобой массовую атаку от Леонардо. Выживает, гаденыш, ты посмотри. Волна добьет их всех. Все четко. Ну и вот заключительный босс этого испытания, да, девичья сила. Ну хватит, хватит уже выпендриваться. Что ты выпендриваешься, я не могу понять. Что ты вот выпендриваешься. На тебе, апперкот, с постепенкой, надеюсь. Да. Далее, что? Ну-ну-ну-ну-ну, хорош тут. Фига ты бомбишь. Ответочку получи. Дальше идет Майки в бой. Две атаки, отлично. И, наверное, добивает Усаги. Нет, Леонардо, я специально вот так вот сделаю. Может, было и обычная атака, но я все-таки с выпендрежем это делаю, ребята. И повержен этот босс. Босс не до босс. Теперь, конечно же, изи. Я помню раньше старые видосики, как я с ним парился, а? Ё-моё. Пыхтел, краптел, как-то там что-то выпендривался. Думал, как бы победить. А сейчас это все происходит у нас шутя.
Ну и как ты можешь понимать, мы с тобой прошли испытание девичья сила. И я не знаю, стоит ли. Вот здесь вот, по идее, можно было бы пофармить, да? Кроме вот морозильной кошки. Давай попробуем. Может быть, три золотых осколка. Ну зачем? Ну какой камень талик? Ну зачем это все нужно? Серебряные осколки, это все туфта. Вот, вот, шинигами. Все, закончился у нас сыр. Ну, тем не менее, две ДНК на шинигами мы еще с тобой получили. Так, на турнирке, да? Ты понимаешь, мы с тобой на ранге 61-м, Лига Сёгунов 2 звезды. Все у нас хорошо. Я думаю, в следующей серии мы постараемся дойти до Лиги Мастера. Хотя это спорный вопрос, прокатит у нас, не прокатит. И все-таки я жду с нетерпением, ребята, эксперт Технодром. Потому что, ну, здесь мы будем с тобой фармить именно Кренга. Именно на него ДНК, как мы знаем. А, кстати, да, я забыл совсем, что у нас Донателло Видение, который ждет улучшения, и он его получает. Четвертую золотую звезду. Ух ты! Пассивка. Называется Оползень. Донни становится похожим на коварные горные склоны. В начале хода есть вероятность 10% увеличить силу атаки на 25% в течение двух ходов. То есть это баф. Ну, как баф. Пассивный баф, потому что он может сработать, может не сработать, но тем не менее, друзья мои, это хорошо. Он усиливает именно силу атаки. Только вот кому? Только себе получается, да? Было бы, конечно, если бы всем. И, наверное, мы ему поднимем пару уровней. Давай еще один. До полтинничка, конечно, хотелось бы его прокачать, да? Но не хватает у нас мутагена. Ну и вроде бы как все пока. Больше нам с тобой заняться нечем. Серия получится короткая немножко, потому что я, как говорю, уже запись нажал очень поздно. А до этого, друзья, я играл, смотрите, сейчас покажу. Я выбирал, да что ты будешь делать-то? Я выбирал девичью силу, да, и первый, второй, третий и четвертый эпизод я проходил своей командой девчонок. Хотел показать, кого я выбирал, но, видишь, у меня нет сыра, поэтому я зайти сюда не могу. Ну что же, будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!